взяли пивка, пришли встречать заход солнца с пивом. Ну, это, я думаю, не грех. Просто здесь удобное место. Кафешка торгует, и, пожалуйста, садись за столик и пей пиво. Кстати, на 10 рублей всего дороже, чем везде. Зато сидим. Вечернее море. Пляж пустеет уже. Речка Ту под нами. Сегодня шел дождик, она немного промелась в море, даже речка. Было желтое пятно с гор видно. Водичка пошла. Ну, с такими... Вот с такой продолжительностью дождя, полтора часа, это никакого вреда морю не приносит. То есть она так немножко вытекла и все. Вот сзади сейчас видно. Вот эта кафешка. Тучки ходят над горами. Это над горами тучки. И над морем. Но солнце все равно больше времени на небе, чем тучи. Они как-то в горы все уходят. Их тянет в горы, что ли. Ну, люди все фотографируются, тоже на память. И сегодня еще сниму ночной обзор Архипки. Здесь ресторанчики 3 или 4, они будут живой музыкой. Ну, не ночной даже, а вечерний. Даже до ночи здесь сидеть. У нас лестница темная, подниматься темно. В смысле, в гору. Эльвира, как тебе после 7-го дня отдыха? Нормально? Понравилось все? Кроме Розы Хутора? Главное, она живая. То, что там увидела, не увидела, я не волную. А меня разочаровала Роза Хутора. Я понимаю, что все это из-за погоды. Мы могли бы, конечно, предупредить, что там делать нефиг. Ну ладно.